Настал чтобы хоть дети жили в наших парах. Робин, не придуривайся. Грешников. Штефан, изобрет. А? Вечный огонь, освети мне путь. Вечный огонь, что? А, всякую дребедень. Немножко того, немножко сего. Честное слово, господин офицер, не стоит беспокоиться. Я же... Когда-то давно я тоже поверил одной женщине. За нее я бы дал себе руку отрубить. Видел тут где-нибудь телочек? В жизни надо рисковать, а то все просрешь. Хлеба нет пути, денег нет еще дышат. Да-да. Известно, дышат. Иногда они еще дышат, когда... Здесь стоит осмотреться. Касверит без грамоты ни одной живой души не пропущать. Можем подождать, откуда сдохнет. Мне не экспертно. Евстахий где? Он ведь такие проблемы. Говорю я ему, не лазь, говорю, туда, голубо. А то открутят тебе башку ненароком. Настал час очищения. Чтоб хоть дети голодными не ходили. Пожрет грешник. Я. Да! Мясник! Веди себя прилично, ведьмак. Пошла. Чем дальше в лес, тем толще. Ну, все, все, все. Теперь помедленней.
Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Эрамусу? Ну, посмотрим. Запах старого сыра. Похоже, Эрамус был тиромантом. Чего Эрама сделал этот чертов сыр? Лучше быть повнимательней. Испытание с сыром? Вот весь мир посмеется. Ничего хуже я уже не встречу.
иллюзия. Надо рассказать Ламберту, что у туманников улучшили. Это место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Барьер отключен. Здесь пригодится глаз Нихалея. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его Ментай. Свежий воздух, наконец-то. Скотина! Но! Ты
уничтожить гнезда, то они снова расплодятся. Гнездо драконидов, надо его уничтожить. Королевская виверна. Вот это мне повезло. Как же вот это называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. Она у нас телегу перевернула, а потом погнала нас в пещеру. Так мы чуть ноги не потеряли. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будешь что детям рассказать. Держи. Но! Здесь стоит осмотреться. Вперёд, плотва! Много наворовали? Ты что, чудище какое здесь увидел? Нет? Так иди отсюда! Нам ведьмака не надо!
Я тут вижу даже нескольких чудовищ. Где? Дремел, ну ты, честное слово, тупее, чем кусок солонины. Он же про нас. Мы-то обычные люди, а вот ты мутант. А ну-ка, ребята, вали его. Здесь стоит осмотреться. Не подходи, а то будет одним трупом больше. Слушай, ты. Сзади. Ты думаешь, я куплюсь на такую... А, мать моя! К оружию! К оружию хватайте! Чудища идут! Если б не ты, нам бы уже конец пришел, как пить дать.
здесь стоит осмотреться. Слышал вчера, Войн, что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Сначала ногти вырывали, а под конец ломали. Держись от меня подальше. А, ты слыхал? Во-во-во-во, не тушь. Рожа у тебя такая. В жизни такой не видал. Исчезни, пока я не потерял терпение. Thank you.
Слава королю Радовиру! Проходи! Серебро, да? Но! Покажи, что умеешь.
здесь стоит осмотреться. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов.
Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все Василиски. Никто больше не отважится со мной сразиться. Неужели на всем Спеллиге нет воина? Эта девка была умна. Я не видела тебя здесь раньше. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я Ютан Димун. До сей поры не нашелся тот, кто смог бы сравниться со мной в бою. Может, ты со мной сразишься? С тобой? Я победила самых славных воинов Фарер. Из уважения к ним я не стану перечислять их по именам. А кто такой Геральт из Ривии? Кто-то, кого ты до сих пор не победила. Может, не стоит тратить на тебя времени? Я не слышала, чтобы ты прославился какими-то великими подвигами. Какие великие подвиги ты имеешь в виду? Если бы мне пришлось сражаться с ведьмаком, мне понадобился бы подходящий меч. На дне моря, недалеко от берега, лежит остов затопленного драккара Хоскульда Рогатого. Там же его меч, который, как говорят, нельзя было выщербить. Принеси мне его, и я померюсь с тобой силой. Хорошо, я попробую. До скорой встречи. Даже интересно, вернешься ли ты. Прощай. Останешься здесь подольше.
точно дева, мать и старуха. А? Нет. Теперь по ней. Пошла. Пошла. Ты ведьма, верно? Привет, белоголовый. Я принес меч Хоскульда, как ты хотела. Правда, я еще не проверял, можно ли его выщербить. Надо же. Как ты его достал? Ничего особенного. Просто задержал дыхание и работал одновременно руками и ногами. Ха, языком молоть ты гораст. Посмотрим, будешь ли ты так же крепок на утоптанной земле.